Все мы знаем, что существует пять элементов. Первое – это земля. Земля грубее воды. Земля остается на месте, а вода течет. Элемент огня излучает, а воздух везде, повсюду, всепроникающий. А пространство – это то, в чем все пребывает. Эти пять элементов являются основой, поэтому они называются прапанча. Панча – это пять. Вся Вселенная состоит из комбинаций этих пяти элементов. Однако существует шестой элемент – это ум. Ум тоньше пространства. Ум, интеллект, память и эго. Это четыре функции ума. И дальше ум, будучи тоньше воздуха, может расширяться, распространяться. Ум расширяется, внимание расширяется. А ум и внимание — это не что иное, как ваша биоэнергия. А энергия излучается, светится, распространяется. Итак, давайте сядем удобно и непринужденно. И первое — начнем трясти руками. И мягко закройте глаза. Теперь перестаньте трясти руками. Сохраняйте спину прямой. Глаза закрыты, тело неподвижно. Сделаем глубокий вдох. Задержите дыхание и выдохните через рот. Ха! Еще один глубокий вдох. Задержите дыхание и выдох через рот. Ха! И еще один раз. Вдох. Задержка. И выдох через рот. И расслабьте плечи. Слушайте все звуки в вашем окружении. Пение птиц или звук дороги. Звук вентилятора или кондиционера. Какие бы ни были звуки вокруг, прислушайтесь к ним. Сделаем еще один глубокий вдох и выдох. Давайте перенесем внимание от окружения к нашему телу. Осознайте свое тело. Осознайте вес вашего тела, каков бы он ни был, 60, 70, 80 килограмм. Мы пришли на эту землю, весив всего лишь 4 или 5 килограмм. А сегодня мы весим 50, 60, 80. Весь этот вес пришел к нам посредством еды, через окружение, через землю.
В сущности, наше тело принадлежит элементу Земли. Давайте относиться к нашему телу с почтением. Это драгоценнейший подарок, который когда-либо мы получали. Давайте перенесем внимание на ноги, на стопы и ноги. Оба колена, бедра, ягодицы, перенесите внимание на все внутренние органы в области живота и груди. Мочевой пузырь, почки, печень и желудок, поджелудочная железа, каким великолепным дизайном наделено наше тело. Диафрагма, легкие, сердце, горло, плечи. И расслабьте все тело. Отпустите любое напряжение в каждой части тела. Просто дайте приказ телу расслабиться. Горло, лицо, голова и все тело. Давайте сейчас переместимся во второе измерение — дыхание. Дыхание поддерживает наше тело живым. На вдохе тело заряжается энергией, а на выдохе расслабляется. Давайте познакомимся с этим феноменом поближе. Сделаем 10 глубоких, длинных вдохов-выдохов с полным вниманием. Приветствуйте каждый вдох, как дорогого гостя, и провожайте каждый выдох, как если бы вы провожали почетного гостя. Сделаем осознанно 10 глубоких циклов дыхания. Вы можете ощущать некую тревогу, неудобство в теле, но не беспокойтесь, оно уйдет. Дышите. Беспокойства поднимаются и уходят. Вдыхайте осознанно. И выдыхайте, почитая каждое дыхание. Понаблюдайте за объемом и температурой дыхания.
Они пропорциональны беспокойствам в уме. Наше дыхание становится мягким и ровным, а ум безмятежным и спокойным. Давайте переместимся в третье измерение, в наш ум. Наше тело подобно фитилю свечи, а ум как сияние вокруг нее. На самом деле наше тело находится внутри нашего ума. Просто осознайте пространство в 30 сантиметров вокруг вашего тела. Повторяет Махинди. Каждая клетка нашего тела излучает энергию во все стороны. Ваша тонкая энергия связана даже со стенами. Повторяет Махинди. Вибрация, которая исходит из вашего тела, касается стен и потолка. И это вы, это часть вас. Отпустите все усилия. Не нужно слушать внимательно даже инструкции, которые были даны сейчас. Просто слушайте их легко и расслабьтесь. Какие бы мысли ни приходили на ум, позволяйте им приходить. Хорошие мысли или плохие, позвольте им прийти. Let them all come. Do not resist. Не сопротивляйтесь никаким мыслям. Куда бы ум ни хотел идти, позвольте ему это. Позвольте ему идти во все направления. Нет ни концентрации, ни контроля, просто отпустите. И позвольте всему быть таким, каким оно есть. Просто позвольте быть любому напряжению или дискомфорту где-либо в теле. Не старайтесь избавиться от этого. В этом весь секрет. Позвольте всему быть таким, как будто все заморожено.
как будто бы время заморожено. Отдыхайте внутри себя, отпустите все усилия. Давайте перенесем внимание на макушку головы и осознайте пустое пространство над головой и до потолка комнаты, в которой вы находитесь. Отпустите все усилия, в этот момент нечего делать, и также нечего узнавать. По мере того, как тело расслабляется в покое, ум расширяется. И в обратную сторону, когда ум расширяется, тело расслабляется. Позвольте этому происходить. Давайте сделаем несколько глубоких ритмичных циклов дыхания. Подобно волнам в океане. Вдох и отпустите. Вдох и отпустите. Вдох и отпустите. Отпустите все усилия. Повторяйте на хинди. Мускан ке саат вишрам. Яхи хе дхян. अपने आप में विश्राम करें सभी परिश्रम छोड़ दें
несколько глубоких длинных вдохов для охлаждения и успокоения дыхания. Посредством того, как ум успокаивается, дыхание становится длиннее и прохладнее. Позвольте быть любым ощущением в теле. Отдыхайте с улыбкой. Лока самаста сукино бхаванту. Ом шанти, шанти, шанти. Медленно и постепенно давайте осознаем наше тело и окружение. Давайте сделаем несколько глубоких длинных вдохов и выдохов. Удерживаем внимание на дыхании. Давайте удерживать внимание на дыхании. И медленно и постепенно можно открыть глаза.